новая сотрудница выходит на новую работу. Смотрит, а никого нет. И спрашивает, а что, никто не вышел на работу? А я говорю, да ты не переживай. Вот здесь сидела Катюшка. Она 2 года как в декрете. Ой, ничего себе, поздравляю. Чуть подальше Ольга. Она уже, наверное, 3 месяца как в декрете. Блин, поздравляю девчонок. Ну, а здесь сидел Олег. Он вчера ушел в декрет. Так это мужчина. Ой, дорогуша, здесь начальство так чпокает, что это не помогает. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, и я с радостью на них отвечу. Всем пока-пока.